Им нужно двигаться плавно и осторожно, чтобы оставаться незаметными. Любое резкое движение их выдаст. По земле, на которой трава и листья, они ступают практически бесшумно. Звуки издает съемочная группа, которая пытается уловить каждое движение. Их видно только в том случае, если знать, куда смотреть. Они – бойцы специального отряда быстрого реагирования, или сокращенно СОБР. Нашей съемочной группе удалось побывать на одном из полевых выходов. Полевой выход проводится для подведения итогов обучения за полугодие подразделения. Полевой выход обычно продолжается от 5 до 10 суток. Сейчас идут четвертые. Задачи на таких выходах перед бойцами ставятся самые разные. К сожалению, все их озвучить нельзя. Только часть. Отрабатываются новые задачи, новые вводные, нововведения по тактике. Смотрится, какую экипировку, какая подходит, какая не подходит экипировка. И каждый боец уже решает для себя тот минимум необходимый, который нужен ему при выполнении боевых задач в отрыве от подразделения. По окончанию полевого выхода бойцам СОБРа выставляются оценки по боевой подготовке, стрельбе, тактике, ведь это полугодовое подведение итогов. Командир отряда рассказал, что рязанские специалисты всегда получают только хорошо и отлично, иначе просто не могут. На настоящий момент у бойцов СОБРа уже был и марш на 50 километров, и ночное ориентирование, ночная переправа через реку, а также стрельбы в составе подразделения. По окончанию каждого упражнения они возвращаются в палаточный городок. Не дом, конечно, но все необходимые условия есть. Палатки, где спят бойцы, здесь выставляют охрану, как в поле, добавляет командир СОБРа, как на войне. Есть своя полевая кухня, где готовят сухпайки, и свой штатный врач с медицинской сумкой. И так каждый день идет оттачивание навыков, выполнение служебно-боевых задач и многое-многое другое. Все для того, чтобы в нужный момент показать, чего стоит СОБР в деле. Отряд СОБР выполняет любые задачи, поставленные нашим правительством и нашим руководством. Мы готовы любые задачи выполнить. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».